И перед просмотром этого видео обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. В описании есть ссылочка на донат, вы можете задонать любую сумму, и Виноград того разные бонусы вам выполнит. Так, ладно. Конечно, на улице на самом деле очень-при-очень холодно. Мне было на самом деле нужно пробраться здесь, в этот дом. Да, я думаю, там-то я точно смогу вот прогреться, и все будет окей. А? Что он там говорит? Ну-ка. А? Так, ну сверху я домеры все сделал уже. Ой, не спалился. Так, ладно. Ааа, ёлки-маталки! Я крипер! Ладно, не будем палиться перед жителями. Да там какие-то жители на улице орут, не знаю. Ладно, разобью окно. Че вы здесь собрались все? Ребята, че? Ну там капец, там, короче, холодно, слушай, вообще. Ох, можно погреться, К нам не надо. А, подождите, у вас там стекло разбито! Акс, как тепло теперь. Я хорошо. Вот как раз замеряю там все. Ой, не понял. А кто нам стекло разбил? Вот именно, я говорю, тут крипер гулял, аккуратней. Андрейка, ты че? Да че я-то сразу? О, как тепло, ой, хорошо. Ходил-то, я только что замерял, ничего не было, все нормально было. Да я тут ни при чем, я вообще сидел, нос чесал. Ты зачем крипера сюда пустил? Ты че? Да че я-то сразу, он окно выбил! Все здесь! Бежи быстрее, на улицу! Нет, стойте, я нормальный, стойте, я не буду вас взрывать! Ты говорить можешь? Да, кс! Матвейка, смотри, он говорить может. Ты что, смотри, там с окном-то сделал? Да капец, вообще реально. Да я, холодно на улице, вот я и зашел внутрь, я хотел постучаться, а там да. Эти жители ходят везде, но я и подумал, что не надо. Теперь холодно дома у нас будет. Ты что, скоро Новый год, а мы без окна. Мы не успеем заказать. Ну, есть одна идейка. Оп, ну теперь зато не холодно, кс. Ну, логично, молодец. А ты, слушай, а ты точно не взорвешься? Я точно не взорвусь, кс. Только это. На улице холодно, капец, зима, все дела. Мне дома нету своего, слушайте. А вы не могли бы меня тут это приютить, кс? Ну, если ты обещаешь, что не взорвешь нам ничего, то, конечно же, хорошо, добро пожаловать. Не буду ничего взрывать, кс. Иди грейся. Окс, но я уже согрелся, как бы. Я пока двери закрою. Ну, какие-то там закрывай, кс. О, да, ребятки, наконец-то меня приютили. Теперь я буду жить в тепле, кс. Угощайся тортиком. О, тортик, нифига себе. О, это что, английский пирог? О, вкуснятина какая. Я сам пеку их. Ну, нифига себе, ну это круто. Опа, кстати, а это что за люки-то такие? А? Ну-ка, кто это у нас тут? А, это чё, Панточка, что ли? Ну-ка, Муся зовут ее. Ну-ка, тут бамбук даже есть, нифига себе, я ее покормить, что ли, могу? Ну-ка, Муся, держи. Не докидываю, Муся, держи, Муся! О, докинул пару штучек вроде. А? Почему она не подбирает? Она что, не хочет есть? Муся, ну и кушай. Мы ее только что кормили. Ну теперь-то все понятно. Ладно. Че у тебя тут еще интересненького дома есть? Ну вот, можешь книжки почитать. О, никс. Ну это вообще капец, плюс я читать не умею, кс. А почему ты кошек постоянно зовешь? Чего? Я не зову кошек, кс. Вот ты постоянно делаешь кс-кс-кс. Что это такое? Зачем ты кошек зовешь? Да это у нас криперов просто такой звук есть, кс, мы его постоянно издаем. Вот, но он такой, ну, типа, так сказать, мы общаемся вот этим вот кс-кс языком. А, понял. Я еще человечески, да? Знаю. А ты чего по этим ходишь, по тортам? И вообще, зачем мне призывать кошек? Я их боюсь до смерти, просто капец, кс. А, да? Да, вообще. Ну, у нашей деревне ты поменьше кс говори. Ну, окей. А это кто такой спит? А так это житель Матвейка. Он рано ложится, потому что... Это кто? А, это крипер. А, ну, уже видно. Какой-то он текст странный на самом-то деле. Ладно. Ну, слушай, мне бы на самом деле, я бы хотел это, ну, поспать уже потихонечку. Я тут прилягу, да, где-нибудь на коврике, да, где-нибудь вот здесь вот, хорошо?
Да, можно здесь, у каминчика. Тут тепло, хорошо. О, ну это да, это да. Ладно, тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. О, доброе утро всем. Ладно, так, я пойду уже потихонечку, наверное, своими делишками заниматься. Ну, или, наверное, еще чуть-чуть повздремну. Ладно, ладно, пойду уже, а? Не понял! Крипер, нифига себе расфигачило! Я тут пирог английский хотел кушать. Ты чё, капец нафиг? Ух, вот теперь-то ты точно не взорвёшься? Кс, не буду я взрываться. Все будет хорошо. Я ж добренький. Вы же меня приютили. Как я могу вас убивать? О, привет. Кс. Привет. Как поспал? Да хорошо он поспал. Ты лучше посмотри, как он вырос. Да, хорошо поспал. Кс. О, кстати, ты подрос сильно. Да-да-да. Я еще вот танцевать умею. Тут дудуц, 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 дудуц. Ладно. Я, наверное, не знаю, ну, хочу прогулять по деревушке, вообще посмотреть, что тут как есть, окей? Слушай, Крипер, а у меня к тебе вопрос. Давай. Вы когда вот взрываетесь, вы попадаете в рай или в ад? Мы когда взрываемся, вот мы такие бомбанули, бац! И потом мы резко просыпаемся, типа, такой белый свет везде. Потом немножко проморгали, все становится нормальным, и, ну, я, типа, снова маленький. И все. А, здорово. А ну, ладно. Каждый раз, типа, возрождаюсь. Вопросов... Ладно, пойду прогуляюсь. О, Крипер, Крипер, ты чё сейчас взорвёшься, и моталки, ёлки, бегите быстрее! Ну, нормально, кс-кс, я добрый, я не буду никого взрывать, честно-честно. Меня тут приютили вообще на днях. Ладно. Офигеть, у вас тут елочка такая красивая, жесть. Внимание, охрана, там Крипер гуляет. Не-не-не, что вы, он добрый. Точно? Ага. Фух, меня тут защитили, слышали, только что меня кокнуть хотели. Фух, капец, ладно. А это еще что за здание такое, мне просто интересно узнать. Так, ну-ка, сейчас посмотрим, сейчас мы еще как посмотрим. Так, ладно, не знаю, пойду-ка я отсюда, пожалуй. Пойду лучше уже домой, потому что, если честно, как-то холодновато тут гулять. Да уж. Эй, слышь, ты чушь мне, как огурец вонючий, ха-ха! Да-да, вообще какой-то лошпед! Эй, да вы че деретесь-то, отстаньте от меня, вы че? Ха-ха, хпу! Эй, вы че, совсем? Вы чё? На, пошёл отсюда! Давайте огурца этого! Эй! Мужик бородатый, помоги, пожалуйста! Меня бьют! Ха-ха, да никто тебе не поможет! Иди сюда, малой! Ёлки-палки, всё, валим! Капец, ты меня... Отвалите от него, это наш друг! Это наш друг, идите отсюда! Капец, на меня тут вообще сейчас нападает вовсю! О, да нормально ты, иди, заходи домой! Бегу. Иди домой, не бойся. Фух, ну и капец, конечно. Там какие-то все злые, непонятные. Не пойду я туда лучше больше. Вообще жесть какая-то. Фух. Ну не ходи там, люди такие, они... Непонятные. Ну, это я уже понял. Фух, ладно, ну тут, конечно, у тебя дом на самом деле классненько. Фух, погреться за мной. А ты откуда ты взялся? Кто? Это Василий пришел, Василий. О, Василий, здорово! Здорово, братан! Ладно. Так, окей, ну слушайте, может какая-то помощь нужна, в принципе, а то я не знаю, чем заняться. Да, нам нужна помощь, иди скорее вниз, тут как раз новости рассказали. Ну, пойдем. Пойдем узнаем, ну-ка, что случилось-то такое? Короче. Ночью собирается банда бандитов, короче, такая известная в нашей деревне. Делать какую-то там встречу, они типа будут там торговаться друг с другом, всякие автоматы, оружки, все т.д. И, короче, слушай, останови их, пожалуйста. Ну, это, конечно, офигеть, вы задание мне даете. Ну, на самом деле, мне кажется, я могу с этим справиться, если ребята прямо сейчас подпишутся на канал. Фух, ладно, давайте тогда ждать ночи, и после этого я отправлюсь. Ну что ж, ребята, вот уже и стемнело. Мне пора выходить, давайте, пожелайте мне удачи в бою. Фух, let's go. Надеюсь... Давай, удачи тебе, возвращайся живым. Окей.
Надеюсь. Так, ладно, шайка бандитов. А где она вообще может свою встречу-то эту дебильную делать? Они же могут быть где угодно. О, Гокс! А вот и шайка бандитов. Сейчас я им надаю люлей. Эй, слушайте, вы! Вы чё? Пугаете всю деревню? Да я вас сейчас уничтожу, вам ясно? Эй, пацаны, на него! Эй, какой на меня? А, ой, кажется, я взрываюсь! Так, а что вы здесь толпились? Что это был за грохот? Что случилось? Житель нас спас! Ой, точнее, крипер, но пожертвовал своей душой, своей жизнью. Он погиб. Зато бандитов больше нет, мы можем жить спокойно. Да, жалко парня. Да уж, и что нам теперь делать? Чего? Где я? О, бородатый мужик! Здорово! А я тут это возродился, о, прикинь, ты... прям тут. Ха-ха-ха! Нифига себе, вот это совпадение! Здорово, здорово, мы очень рады, что ты жив. О, да. А это что, моя башка, что ли? Нифига себе, вот это я красивый был. Ну сейчас у меня, конечно, морщинка одна добавилась, но так-то так же круто. Ну так что я заберу, пожалуй, с собой будет у меня. О, я сейчас, смотри, голову на голову одену. Опа, смотри, у меня башка опухла. Ладно, все, тогда пойдем, получается, домой чай пить. Пошли. Пум-пум-пум-пум. Ух, ребята, а вы уже испугались? Напишите в комментариях. Ну а с вами, получается, я был Крипер, а также вот этот волосатый и бородатый мужик. Хотя вообще как зовут-то, я же так и не узнал. Андрей Старший, я. А, и с вами был Андрей Старший, да. И всем покулики, до свидулики.